У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Перезарядка!
Чё бы как? Может, их тут еще куча прячется? Вот он, сука, на! Твоя взяла! Все, пацанчик, твоя взяла! Все, пацанчик, твоя взяла! Все, пацанчик, твоя взяла!
отродья сатаны, что пришли, верные с ними биться. А вот говорят, до дня гнева Божьего никаких демонов не было, а электричество дешевское, зато кругом было. И все им пользовались. Верно говорят, Степаныч? Верно. И ты пользовался? А как же? Из страха Божьего, небось, не знал, когда выключателем своим щелкал, да? Кто здесь? Гляди, еретик явился. Ишь, принесла нелегкая, будто нам без того бед мало. Ты смотри, оружием пугает. Мы электроборцы и сюда пришли с электродемонами. Ты, я гляжу, человек приличный, чужак. Оружие спрятал, да веру нашу уважаешь, но говорить нам с тобой сейчас некогда. Мы воины-подвижники, электроборцы. Испытание у нас. Электродемонов верою поборот. Вот ставим святые обереги. Дело сложное. Ошибемся до утра не доберем. И молитву держим против спорта. Опасно неверному тут быть. Да нас своим неверием погубить Okay.
Не шмаляй! Не шмаляй, братуха! Я не при делах, реально! Чисто играли, как всегда! А тот же Ган мухлевать, походу, решил и спалился! Ну и пушку первой вынул! Я моргнуть не успел, а все шмаляют на! Непонятное вышло конкретно! Зуб даю, не при делах я! Если чё, за меня бобёр мазу тянет! Ты не шмаляй только! Чё делать там, Лена? Чё делать теперь? И чё, закис вообще? Открыли бы, что ли? Может, пока в оркестр не занёс или чё? А мне теперь чё огребать за него, да? Хоть бы не шмальнул, бля. Хотя, чё ему? Я же чисто бармен. Кто в бармена стреляет? Честная разборка была. Я реально не при делах. Одолеть. Шаровая молния. Чё-то ладно, всю жизнь на подвижном. 25 киловольт. Тоже не кошка начихала. Справлюсь. Но остальные... Так вот, Филя. Я-то знаю, ты слушаешь. Потому что если вернуть, зажгу эту кассету к херам собачьим. Не крестовали. Но раз не вышло...
Хм.